берем вот так и снимаем прямо ножом. Да, снимаем. Она прям снимается, да? Как я повторяем, друзья, повторяем. Дима повторяет, как делать. Первое, значит, под 45 градусов мы отрезали голову таким образом, что... Вот, видите. Да, я тоже почти Дмитрий, вот поэтому. Итак, друзья. Снимаем спиной хребет, снимаем. Так. Очищаем кожу. Мы его прорезали. И вот таким вот образом мы. Дальше кладем это все друг на друга. Отрезаем верхнюю часть примерно где-то 3-3. Селедка разделывается просто особым способом, да, то есть убирается голова, естественно, потрошится. Вот, повара ее нарезают красивыми такими тоненькими ломтиками. Все. Так, дальше Дмитрий уже переходит к прорези. Все хорошо, отлично. У Марины тоже неплохо получается. Марина, а вы не тоже не повар же, да, по профессии? По месту, да. Так, о, смотрите. Давайте. Девушки, уступите? Уступим девушке, конечно. В любом... В любой теме есть какие-то лайфхаки, есть какие-то технологии. Вот когда ты ее знаешь, у тебя все получится. Вот сейчас я узнал, как разделывать селедку. Это не трудно, это круто. И большое спасибо шеф-повару ресторана за то, что он научил. Прям за 2 минуты он научил разделывать целую селедину, чего я никогда в жизни не делал. Нужно взять аккуратненько двумя пальцами за хвостик, окунуть в крошево из белого лука, поднять голову и есть как бы селедку вот именно с гордо поднятой головой. Естественно, так вкуснее, когда сверху. Очень классно. Мороженое сливочное, добавляется сельдь перекрученная. Получается очень вкусно, необычно. Раз в жизни надо это попробовать. Это необычно, что-то такое, знаете, пикантное. Селедки, обалдеть. Это что-то. Вкусно. К шарикам. Не выбегайте к шарикам, иначе мы не сможем вам показать все возможности. Что мне это вообще? Я бы запрещал. Я тут знаю. Мне высказала. Мы возобновляем традиции, вот уже в этом году проходит 5-й фестиваль. Вот. Мы рассказываем о традициях поедания, почему же Петр I, почему именно в Переславле-Залесском, как мы связаны, то есть Загдам и Переславль, да, Россия, Голландия. Празднуем День России, День города Переславля-Залесского и, естественно, фестиваль селедки. Интересные гастрономические такие составляющие городов. У каждого города она своя. Вот. И именно мы здесь искали, смотрели и понимаем, что настоящий бренд, как бы настоящая гастрономическая составляющая тряпушка. Построили конкретно в России, как бы, ну, при участии голландских мастеров, поскольку русские люди тогда не владели этим искусством. Но, тем не менее, это как-то, да. Первое русское такое военное судно.